И вот это санкционное давление, вот то, что мы читаем в западных СМИ о себе, да, это вызывает острую негативную реакцию. Но если мы говорим о общении человеческом, если мы говорим о контактах на гражданском уровне, да, то здесь у нас все в порядке, нет таких проблем. К сожалению, это сейчас не так. Ну, элементарный пример. Если мы говорим сейчас про вот отношения среднего там, русского к американцу, да, я езжу и на своей машине, езжу довольно часто на такси. Таксисты очень хорошее средство общества. Я всегда осознанно совершенно завожу разговор на тему отношений в мире.